Вот производится работа духовная, Ава Отче, над каждым сердцем, говорит Господь, идет взвешивание каждой души, открывает Дух Святой. И вот хожу по рядам, говорит Господь, со светильником своим, и зорко наблюдаю за каждым сердцем, как открываешь для Слова Моего, как вмещаешь и как принимаешь истину Мою, ибо как многие-многие отвратили слух от истины Моей, а я говорю тебе, наследие Мое, церковь Моя, голубица, лица моя, Ава Отче, услышь голос жениха твоего, аллилуйя. Слышишь ли ты сегодня звуки, Ава Отче, трубы, которые звучат к сердцу твоему, говорит ныне Дух Святой. Отвори его сегодня для меня, говорит Господь, Ава Отче. Я пришел с совершенным действием освободить тебя от оков греха и предлагаю тебе, вынеси во свет потаенное, говорит Дух Святой. Ибо что, говорит Господь, Ава Отче, во многих домах семейные жертвенники разрушены, говорит Дух Святой, а ты все стоишь и ожидаешь, Ава Отче, я говорю тебе, беги, беги уже, говорит Дух Святой, и исповедай грех свой, сын мой и дочь моя. Я не хочу ходить, как грозный судья. Твои дома открывает Дух Святой. Я с милостью сегодня говорю тебе, душа, и говорю тебе, осознай вину свою, выноси во свет, ибо мерзости сегодня среди народа моего. О, постыдные грехи открывает Дух Святой, нечистая интим жизнь, говорит Дух Святой. А сколько нерожденных детей открывает Господь. О, сыновья мои, Ава Отче, о мерзости смотрите глазами своими. А я ныне говорю тебе, Ава Отче, оставь грех и иди к Богу твоему. Отвори сердечную дверь для меня, я освобожу тебя. Я помилую тебе, я дам силу тебе, сын мой, Ава Отче. Почему ты сегодня в страхе таком? Разве ты не знаешь, дитя мое, что я прощаю кающего грешника, говорит ныне Дух Святой, потому приходи ко мне, каждая душа, пересмотрите жизнь свою, говорит ныне Дух Святой, от священника до рядового, говорит Господь, пересмотри каждая душа пути свои, аллилуйя, о, наследие, наследие мое, время последнее, говорит Дух Святой, великий отзыв будет по всей земле, я говорю тебе, наследие мое для того, чтобы ты понимал и разумел, в какое время ты живешь, говорит Дух Святой, о, как многие делают великие планировки свои. А я говорю тебе, как многие, Ава Отче, останутся в разочаровании. От чего? От того, что говорит Дух Святой, Ава Отче. Я войду во многие дома, говорит Дух Святой, и буду совершать суды свои, говорит Господь. И чтобы ты потом не вопиял и не говорил, почему и за что, Ава Отче. Потому что я говорил, и ты не слышал голос Духа Святого. Ты не внимал словам моих, кто отвращал слух свой от истины моей. А я ныне говорю тебе, Ава Отче, каждая душа, время великих перемен по всей земле, говорит Дух Святой. Потому говорю тебе, наследие мое, Ава Отче, суды мои, они не остановятся, говорит Дух Святой. Ибо Господь грядет на землю, Ава Отче. Слышишь ли ты шаги мои, церковь моя? Слышишь ли ты, как я гряду на землю, Ава Отче? Уразумей, наследие мое, аллилуйя, что я буду обжигать, я буду очищать и переплавлять церковь свою, дабы церковь моя отделилась от этого земного, дабы церковь моя оторвалась от земли. Ибо церковь невеста Иисуса Христа, она будет браться силою Духа Святого. А ты задай вопрос себе, душа, исполняюсь ли я Духом Святым? О, сколько сегодня пораженных Духом, говорит Господь. А я говорю тебе, наследие мое, Ава Отче, я желаю, дабы ты умолялся пред величием живого Бога, аллилуйя. И потому говорю тебе, Ава Отче, если ты будешь исполнен силой Духа Моего, то грех не одолеет тебя, говорит Господь. Не будь беспечный и равнодушный к душе своей, говорит ныне Дух Святой, но ищи близости с Богом твоим. И если потерял связь с небом, Ава Отче, то бей тревогу и набат за душу свою, говорит Господь. Ибо многие идут над пропастью, открывая Дух Святой. А я говорю тебе, каждая душа, аллилуйя, ищи связь с небом, аминь, Ава Отче, дабы тебе уразуметь день посещения Господнего, говорит Дух Святой. Потому взывай, взывай и взывай, народ мой, Ава Отче, о душе своей, о домах своих, о детях своих, о служителях своих, о церквях своих, говорит Дух Святой. Я не сохраню ли, Ава Отче,
Отче, я Бог, который люблю церковь свою, я Бог, который выстрадал тебя на Голгофе, аллилуйя, церковь моя, оцени жертву Христову, говорит ныне Дух Святой, ибо многие сегодня упразднили кровь завета, Ава Отче, великие потрясения придут на те, Ава Отче, церкви, говорит Дух Святой, где отступили от меня Бога живого, где вытеснули меня, говорит Дух Святой, и мертвая религия, Ава Отче, как она правит сегодня среди народа моего, и говорю тебе, наследие мое, Ава Отче, я буду пробуждать церковь свою, громко буду пробуждать, говорит Дух Святой, и это будет милость и любовь моя, Ава Отче, ибо Господь готовит церковь свою, Господь готовит голубицу невесту свою, а ты, народ мой, Ава Отче, бодрствуй, дабы тебе быть в числе невесты моей. Аминь. Аллилуйя.